Жители микрорайона «Зеленая аллея» обратились в администрацию округа в связи с ошибками при выполнении работ первым застройщиком жилого комплекса. Были вынуждены обратиться с обращением к администрации Ленокруга с помощью нас обезопасить, так как в последнее время участились случаи падения фасада дома. Разобраться в ситуации приехал первый заместитель главы муниципалитета Владимир Иванов. Он выслушал жителей, отметил серьезность ситуации и уточнил у застройщика порядок проведения работ. Считаю, что надо сейчас немедленно это начинать, потому что риски здесь несравнимы вообще ни с чем. Подрядная организация уже приступила к работам. Был осмотрен фасад и обнаружены поврежденные части. Далее предстоит демонтаж аварийной секции и строительная экспертиза. Скажите, пожалуйста, когда будет этот эксперт? Мы уже сейчас заключаем договор и до конца июля проведем экспертизу полученного заключения и рекомендации, что нужно сделать. После будут выбраны материалы и определен дальнейший ход работ. По результатам экспертизы будет понятно, каким образом нужно восстанавливать фасад. Микрорайон «Зеленая аллея» был построен группой компании МИЦ. Самолет, ввиду приобретения данного застройщика, взял на себя все обязательства. В основном это социальные объекты. Ну и в том числе идем навстречу жителям, пытаемся устранить все дефекты, которые уже накопились со временем. Владимир Иванов заверил жителей, что застройщик возьмет на себя ответственность за ремонт фасада. Информация о работах будет доступна в специальном чате, через который будут информировать жильцов. Дмитрий Книга, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.